Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду готовить картошку жареную с грибочками, шампиньонами. Также у меня будет вюрстин, вот такие вот колбаски дацу. Они будут жариться отдельно. Все поочередно я буду показывать, друзья. Итак, я начинаю. Сковородочку я поставила на плиту. Налила масло. И теперь отправляю сюда картофель. Нарезала картофель крупными щепками. Пополам яйца. Также в картошечку я добавляю копченое такое вот сало. Оно с мясом видите. Это тоже добавляем в картошечку. Оно у меня замороженное было. Вот сюда я его замораживаю, когда покупаю такое вот мясо. Ну, сейчас вот. А также лук отправляем на картошечку, поверх его. В конце еще я добавлю зеленый лучок,
масло вверх картошечки. Это придаст еще больше вкус. Почти уже все готово. Берем картошечку, солим и перчим. Помешиваем. Помешивать нужно постоянно, чтобы не подгорело. Готово. Также, если кто-то хочет немного чеснока, можно его тоже натереть. Не сильно много. Один зубец. Придаст тоже вкус. Берем обратно же, переворачиваем. Попробовала на сон, хорошо все. Запахло чесночком. Грибочки наши тоже уже готовые почти. Посыпаем поверх картошечки еще зеленушку. Это также будет лучок. У нее мороженое немного. Так. Также укроп. Тоже немножечко. У меня тоже заморожено. Закрываю крышечкой и отставляю в сторонку. Теперь будем жарить наши колбаски. Наливаем масло сюда немного. Даем нагреться ей. Итак, сковородка наша накалилась. Налаживаем колбасочки. Я всегда, когда у меня жарятся колбаски, ложу вот такую вот бумагу эту, чтобы по сторонам не брызгало. Переворачиваем. Ну,
пока у меня жарятся колбаски, я нарежу быстренько вот этот вот лучок и замариную его в уксусе. Режем на дольки. Сначала пополам, а потом на долечки. Его можно будет подавать колбасочкам. Подкидываем мисочку. Наливаем лук, прям это вот салатный вкус. Вот такой вот у меня. Много не нужно. Вот так вот. Перемешиваем его. И даем постоять немного в холодильнике, чтобы он был холодненьким. Вот так вот. Так, теперь. Этим временем нужно перевернуть колбаски. Они вот такие, не брызгают. Они очень сочные, из-за этого очень брызгают. Вот так вот. Пару минут и перевернуть. Кепочки вот так вот положу. На всякий случай. Итак, друзья, колбаски наши приготовились. Будем накрывать на тарелочку. Насыпаем картошечку. Она у нас тоже уже готова. Вот такая вот картошечка у нас сегодня получается. С грибочками. Готово. Это очень вкусно. Все. Я уже все выключила. Утюжку тоже. Так, вот такое вот блюдо у меня сегодня получилось. Всем приятного аппетита и нам также. До следующего видео. Пока-пока, друзья.